Всем привет, с вами канал Armor Master, и сегодня у нас анонс предстоящего события, а именно предстоящей выставки в клубе Бронемастер. На этот раз выставка будет посвящена Дню Победы. Проходить она будет в подростковом молодежном клубе Аквамарин, адрес Ленская, дом 5. Для тех, кто был в прошлом году на нашей выставке, это совсем рядом, там буквально можно пройти пешком. Ну, я думаю, на карте посмотрите и разберетесь. Выставка будет, непосредственно сама выставка, проходить 14 мая, это первая суббота после майских праздников. Время проведения с 14 до 20.00, то есть начинаем мы не с утра, а, грубо говоря, с обеда. Но, в принципе, можно подходить и чуть раньше, то есть 14.00 это официальное открытие, я думаю, что я с 12 уже там, скорее всего, буду. Также по поводу приема моделей. Модели будут приниматься не в это число, модели будут приниматься заранее, а именно 11 и 13 мая, это среда и пятница, с 19 до 21 часов в клубе Бронемастер непосредственно, который находится немножко по другому адресу, тоже Ленская улица, но дом 8, корпус 2. Соответственно, вместе с моделью обязательно приносите листочек, на котором будет указано ваше имя, фамилия, возраст, название модели и ее масштаб. Ну, чтобы просто мы не путались. По условиям приема моделей каких-то запрещений, в общем-то, нет. То есть по тематике тоже. Тематика свободная. В принципе, можно и модели техники, можно виньетки, диорамы, миниатюры военно-историческую. То есть каких-то конкретных ограничений нету. По номинациям мы тоже будем смотреть в зависимости от того, чего сколько привезут. Единственное, что от себя могу сказать заранее, что любые модели, любые миниатюры и так далее, они все-таки должны, ну, во-первых, соответствовать законодательству Российской Федерации, во-вторых, отвечать общепринятым этическим нормам, то есть вы должны понимать, что выставка все-таки в основном такая детско-молодежная, поэтому если там совсем какая-то похабщина, то, может быть, лучше ее и не приносить, ну или хотя бы сделать так, чтобы можно было ее немножечко отвернуть. Естественно, выставка абсолютно бесплатная и для посещения, и для участников, то есть ни о каких деньгах вообще речи не идет, то есть просто вы приходите и смотрите экспозицию, или вы приходите и сдаете модели, на следующий день там смотрите экспозицию. Вот. Также предусмотрены призы. Призы у нас предусмотрены, правда, только в детских номинациях, то есть все модели будут разделены на две категории. Грубо говоря, детские, это те, кто до 14 лет, и те, кто 14 лет и старше. И для тех, для участников, которые будут младше 14 лет, соответственно, и займут какие-то призовые места, для них будут предусмотрены призы в виде моделей. В общем-то, по выставке так в двух словах, наверное, все. Также отмечу, что само место проведения, подростковый молодежный клуб «Аквамарин», еще раз повторюсь, адрес Ленская, дом 5, где будет проходить все действо. Кроме самой выставки моделей, которая там будет проходить наша, там также действует постоянная экспозиция амуниции, оружия, формы, различных предметов той эпохи, то есть Первая мировая, Вторая мировая. И, на мой взгляд, конечно, для моделирования тоже очень полезно смотреть на реальные образцы. Вот, поэтому я думаю, что будет интересно. Приходите, привозите свои модели на выставку, приходите на саму выставку с детьми, с семьями. Я надеюсь, что все будет замечательно. Напоминаю еще раз, 14 мая, суббота, первая суббота после майских праздников, подростковый молодежный клуб «Аквамарин». Если будут какие-то вопросы, вы можете их задать в комментариях к этому видео, либо вы можете задать их в группе клуба «Бронемастер» ВКонтакте. Я думаю, что на все вопросы мы сможем ответить, и все проблемы, которые возникнут, мы разрешим. В общем-то, я думаю, и все. Собственно, что, жду всех на выставке. До встречи!